По инициативе Бобруйского городского совета депутатов бассейн «Лесной» расширяет время работы. С 4 октября спортобъект будет работать в тестовом режиме. В будние дни понедельник и пятница с 6 часов утра до 11 вечера. В выходные сохранится обычный график с 8 до 21.00. Теперь зарядом бодрости можно зарядиться еще раньше, а после работы задержаться для расслабляющих процедур. 30 сентября в Бобруйске пройдет третий республиканский марафон по скандинавской ходьбе, который приурочен ко дню пожилых людей. Место встречи – городской парк культуры и отдыха. Предварительная запись для участия ведется до 27 сентября с 8 до 17 часов по телефону 72 11 63. Присоединиться к спортивному событию может любой желающий. Китай инвестирует в белорусские проекты развития 42 миллиона долларов. Это предусмотрено межправительственным соглашением о технико-экономической помощи. Согласно документу, финансы будут направлены на внедрение информационно-коммуникационных технологий, строительство второго жилого арендного комплекса на территории индустриального парка «Великий камень» и другие инициативы по развитию. По благословению епископа Бобруйского и Быховского Серафима по случаю празднования 60-летия со дня основания прихода Николо-Софийского храма с 25 сентября там будут пребывать мощи святых мучениц веры, надежды, любови и матери их Софии. Поклониться святыне можно будет с 8 до 19 часов. 27 сентября в агрогородке Ленина пройдут районные дожинки. На главной сцене церемония награждения победителей соревнований по уборке урожая зерновых и зернобобовых. Также гостей будут ждать подворье сельхозорганизаций с дегустацией, работа выставок продаж изделий народных мастеров, торговые палатки и мини-кафе, аттракционы, детская игровая, молодежно-тематическая, спортивные площадки. Начало в 14 часов. В 19 участников ждет фаер-шоу и салют.